Красноярцев после теплых выходных ждет относительно прохладная рабочая неделя. Последний комфортный день будет завтра. Во вторник 10 градусов выше нуля и без осадков. В среду 27 октября начнется похолодание. Плюс 8 днем, а ночью температура опустится ниже нуля. В четверг наступит самый холодный день на неделе. Всего 2 градуса тепла днем и минус 6 ночью. 29 октября в пятницу станет немного теплее. Воздух прогреется до плюс 6. 8 градусов и дождь обещают синоптики в субботу и всего 2 градуса в воскресенье.